Здравствуйте, меня зовут Грачева Ирина Вячеславовна, я педагог детского научного клуба Дворца творчества «Преображенский». Но вы присутствуете на занятиях химической лаборатории детского научного клуба. Здесь у нас занимаются ребята, начиная с 5 класса, по трем образовательным программам. Пятиклассники занимаются по программе «Химия для всех», ребята 6-7 класса по программе «Тайны веществ», и самые старшие 8-9-классники по программе «Удивительная химия». Наши занятия направлены на знакомство ребят с химией, с основами химии. Мы хотим заинтересовать ребят этой наукой, поэтому у нас очень много эксперимента. Химия вообще невозможна без эксперимента, поэтому мы на него опираемся. И учимся также предвидеть результаты этого эксперимента, объяснить результаты экспериментов. Наша программа направлена на то, чтобы у ребят снять страх перед такой сложной наукой, как химия, которая часто возникает в школе. Но те ребята, которые занимались здесь у нас, в детском научном клубе, они как раз говорят, что в школе дальше химия не представляется им таким сложным предметом. Кроме того, что мы знакомимся со свойствами веществ, мы также изучаем и историю этих веществ, историю их получения человеком, историю их применения, что позволяет ребятам не только получить какие-то общие знания, но и развить свой кругозор в каких-то других областях. Приглашаю ребят на наши занятия, можно к нам еще сейчас присоединиться. Жду всех, добро пожаловать! Thank you.